За последний год ведется активная работа по внедрению высоких стандартов в сфере гостеприимства, а также создаются все необходимые условия для комфортного пребывания участников мероприятия и гостей города. В целом, хотелось бы отметить, что туристическая отрасль полностью готова к мероприятию. Была разработана и успешно внедрена онлайн-платформа бронирования, которая позволила большинству участников мероприятия заранее выбрать отель, оформить бронирование, и что значительно упростило процесс размещения гостей во время мероприятия. Для повышения качества обслуживания и уровня профессионализма в отелях Государственное агентство по туризму провело профессиональные курсы гостиничного дела. Агентством также подготовлено и представлено 25 туристических различных программ. Данные туристические программы открывают возможности познакомиться с азербайджанской культурой, историей, также с природным наследием страны. Также завершена программа обучения и сертификации 200 туристических гидов и 200 туристических волонтеров. Проведение COP29 в Азербайджане значительно укрепляет позицию нашей страны как перспективного центра делового туризма, привлекая, конечно же, внимание международных организаций, международного сообщества. Это нам создает основу для будущих мероприятий мирового уровня и масштаба, повышает стандарты сервиса, обучение, естественно, персонала, увеличивает качество обслуживания, укрепляет репутацию нашей страны как гостеприимной и, главное, страны, способной принять настолько крупные масштабные мероприятия. Также я хотела бы отметить, что мероприятия такого уровня стимулируют экономику, создают новые рабочие места и поддерживает местный бизнес, в том числе в сферах гостеприимства и туризма.